Всем привет, дорогие друзья, с вами GamePlanet, обзор нового обновления игры Minion Rush. На этот раз мы отправляемся в новую локацию под названием Дурака Валяндия, вот такая вот локация. Также в игре должны появиться были два новых персонажа, это космонавт и турист, но у меня почему-то они не появились. Не знаю я, с чем это связано, и это крайне печально. Ну что ж, давайте посмотрим на новую локацию и посмотрим, что еще нового появилось в данной игре. Итак, что здесь появилось нового? У вас появилась здесь еще специальная сыворотка, которая превращает вас в злого миньона. Давайте ее, кстати, применим и посмотрим, как она действует. Вот так вот вы превращаетесь в злого миньона. И этот, конечно, миньон действует ограниченное количество времени. Поэтому вам нужно пополнять запасы этих самых зелий, и тогда вы сможете этим миньоном играть как можно дольше и тем самым пробежать как можно дольше и избежать как можно большего количества препятствий. Как вы видите, локация представляет из себя в некий такой вот парк развлечений, парк аттракционов, в котором можно просто повалять дурака и получить удовольствие. Здесь имеются какие-то паровозики, иногда складывается впечатление, то, что вы играете в Subway Surfer, а не в Minion Rush. Потому что здесь большое количество вот таких вот веселых и задорных поездов. В принципе, локация неплохая, но вот что касается оптимизации, как-то с этим обновлением она мне не совсем очень сильно нравится, потому что не очень как-то все плавно идет. Опять придется ждать новых обновлений, когда все-таки оптимизация снова придет в норму, и мы сможем поиграть с нормальной частотой кадров, без каких-то подлагиваний и прочей чепухи. GameLoft, в общем, как всегда в своем стиле. Но большое спасибо за то, что так часто он выпускает обновления, да еще такие вот качественные, масштабные, как это. То есть каждый раз добавляет новые локации и, в принципе, появляется много всего нового.